Всем привет! Такая вот пластиковый кейс, и там что-то внутри, наверное, новогодние игрушки. Новый год же скоро. Давайте посмотрим. Так, хочу аккуратно вскрыть, потому что это мне нравится, как китайцы делают вот эти пластиковые, то есть не пластиковые, а как их, блин, забыл. Из пенопласта вот такие коробочки. Вот. Здесь крепление для держатель мобильного телефона. Ну нет, ну это вообще произведение искусства. Вот это мне больше всего нравится. Только чего стоит вот эта коробочка. Держатель мобильного телефона на солнцезащитный козырек. Долго я, ну, в общем-то, не искал, а тут столкнулся и думаю, блин, а нужная ж вещь. Мне именно, как по мне, то нужная вещь. Не знаю, кому как, но когда пользуешься телефоном, навигатором в телефоне, в солнечную погоду, когда он лежит на панели, какую б яркость ни делал, все равно отблески солнце забивает, ничего не видно. И постоянно его куда-то пытаешься деть, чтобы, ну, чтобы адекватно смотреть на карту, к примеру, там заранее, чтобы повернуть. Понятно, что можно слушать подсказки голосовые. Так, так, так. Здесь вот, наверное, с шаром нужно быть не таким резким, как я сейчас. Просто не сильно гайку эту поджимать, если хотите регулировать, потому что видео может сейчас закончиться. Вот видите, какое здесь крепление. Ну, если нормально обращаться с этим всем делом, то ходить должно. Все пластик, понятно. И вот в этом месте просто я вот чувствую руками, что если сильно прижать, просто надо перед регулировкой полностью отпустить, желательно, гайку. И тогда все это дело будет нормально работать. Уже после регулировки поджать чувствительно и пользоваться. Так, давайте перед тем, как пойти в автомобиль, посмотрим, поместится ли мой аппарат сюда. Пять и пять дюйма плюс чехол силиконовый. Так, еще вот кольцо, подставочка. Ну, пружина такая серьезная, я думаю, навряд ли что вывалится из крепления. Аппарат прижимает хорошо. Я уже оттянул сейчас. Так, ну, наловчиться с фиксацией. И даже, я думаю, может он и так держаться. Так, и это что у нас? Ну, все, максимально. Нет, не максимально раздвинут. Сейчас я размеры вам дам точные по максимальной раздвижке вот этого вот прижимного устройства. Так, все готово. Сейчас посмотрим. Замеряю между подушками мягкими. Так, ну вот, 86 87. Без чехла, думаю, вообще на красоту должен уместиться без всяких вопросов. И фиксироваться, конечно, получше, потому что с чехлом-то он... О! Ну так, так вообще вот... Ого! Не подвинешь, мертво прижимается. Так вообще отлично.
Чехол, конечно, не в тему в данном случае. Отлично, отлично прижимает подушки. Все, все по центру, все классно. Так, вот так все выглядит. Значит, прищепка эта цепляется. Заходит с той стороны козырька. На козырек пассажирский прикрепил. За рулем буду сидеть. Понятно, отсюда вот видон. Ну, классно, получается вот такой вот себе мониторчик небольшой. Накачать фильмов можно. На телефон ехать. Смотреть все это дело. Опять же, сразу вылез минус. Вот этот холодец. Именно на вот этой слабой ноге, в слабом месте. Ну, гуляет. Гуляет, вибрирует. Я думаю, в ходу тоже будет вот такая небольшая вибрация. Но это все решаемо. По крайней мере, я долго заморачиваться не буду. Смотрите, вот в этом месте пропускаю такую уж точно черную, черного цвета, кабельную стяжку. И креплю за прищепку. Жестко. Все, готово. Никакой вибрации, ничего больше не будет. И, кстати, от вибрации не будет ломаться вот в этом месте. Регулировка как таковая вверх-вниз здесь, ну, в моем случае, не нужна. По сторонам только. И все. По сторонам отпускаете, повернули туда, повернули сюда. Здесь еще вот имеется трещотка в данном месте. Трещотка. То есть можно проворачивать вот крепление. Блин, неудобно одной рукой. Вниз. Ну, вот, щелкает. И вверх. Ну, я думаю, как таково пользоваться ей, в общем-то, и не нужно, потому что здесь примерно у всех автомобилей одинаково уровень вашей головы и уровень солнцезащитных козырьков. Ну и тут главное первый раз поставить не так, как я, а оттяжной вот этой частью крепления вниз, а не вверх. Ну и, в общем-то, все это быстросъемное, легко снимать, легко устанавливать. Главное, я же говорю, с вот этим местом быть аккуратным. Не регулировать на зажатой гайке. Ну и желательно, конечно, как я уже сказал, фиксировать еще в одном месте. Ну, как вариант уже, я сказал, кабельной стяжкой прижимать без всяких вопросов. Ну, а так задумка, в общем-то, неплохая. Ссылку оставляю, переходите, кому нужно, приобретайте. Как для меня, то отличный вариант. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.